Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать мою новую, первую лего-головоломку. Для этого вам понадобится платформа 8 на 8. Вы ее можете заменить двумя 4 на 8. Вот таким образом. Ладно. Теперь давайте установим гладкие центры. Как их установить? Возьмите 2 1 на 4 и 1 2 на 4, или опять-таки 2 1 на 4. Как мы их установим? По серединке. Вот. Видно вам? По самой серединке вот так вот. Остальное, я думаю, не надо объяснять, но все-таки покажу. Вам надо будет закрыть этот слой. Давайте начнем. Возьмите 2 на 6 или 2, 1 на 6 и установите вот тут. Возьмите 1, 1 на 6 и установите так. У вас должно получиться 3 на 6. Вот тут вот такая конструкция. Далее возьмите 2 на 2 и 2 на 1. И создайте конструкцию 3 на 8. Ну вот, 3 на 8. Теперь закройте просто следующий слой. Я думаю, это труда вам не составит. Вот так вот. Чтобы у вас осталась вот тут вот такая смирительная штучка. Так, дальше мы сделаем два механизма. Сейчас я покажу, какие. Один вот такой маленький. И сейчас подождите. Еще один сейчас. Угу. Ну, я потом это найду. И еще вот такой вот механизм. На рисунке не обращайте внимания. Но вот такие механизмы. Как их сделать? Начнем с самого легенького. Вам видно, да? Возьмите маленькую 2 на 1 тоненькую, вот такую. И 2 на 1 с гладким центром. И установите эту 2 на 1 с гладким наверх. У вас получился вот такой вот механизмик. Пока что отложите его в сторону. Далее вам понадобится сделать вот такой механизм, да? Как его сделать? Возьмите 2 на 2, либо 2 2 на 1 и 2 2 на 1 с гладким. Или можете 2 на 2 просто убрать. Либо 1 на 1, ну как хотите. Вот, это наш второй механизм. Как их тут установить? Вот этот устанавливаем вот тут спереди. Он, конечно, будет плохо держаться. Сейчас я вам покажу. Вот он. Двигается. На самый край, а тот сзади. Он тоже должен будет двигаться. Ладно, продолжим. Теперь просто закройте слоем. Я думаю, это тоже не составит у вас труда. Закроем. Вот тут вот. Вы меня лучше послушайте, я не буду вам там командовать, но надо вот тут вот закрепить. Наверное, давайте возьмем 1, 2 на 8. Извините, она потрёпана, это собачка просто. Вот. Теперь мы знаем, что не... Чего такого нет.
Вот оно держится. С противоположной стороны просто установите 2, 2 на 4, потому что оно будет держаться прекрасно. Вот. 2 на 8, чтобы держался вот этот механизм. И 2, 2 на 4, чтобы держался. И дальше просто сверху вот тут вот закройте слой. Это легко. Вот что у вас должно будет получиться. Жидко, да? Ну, конечно, оно будет подниматься. Камеру я как-нибудь вот так вот. Ну, как у вас должно получиться? Вот такая уже коробочка маленькая. Вот так. Ракурс. Далее возьмите 1,1 на 8 с гладким, или 2,1 на 4, и еще 2,1 на 4. Как их установить? Устанавливаем их вот так. Тоже посерединке, только не вот так вот, как мы тут линию, вот сюда, то, что смотрим, а вот сюда, то, что смотрим. Я меняю тут ракурс, потому что это... И заставляем все остальными платформами. Это очень легко, я вам скажу. Для кого, наверное, как, для меня легче не было. Я не проверила все детали, но я ее разбирала перед самым видео. И сложила все вот такие кучечки. Вот. Наверное, не будет видно. Ладно, сейчас я вернусь. Продолжим. Так. Вот. Вы должны были сделать такой вот слой любыми абсолютно платформами. А дальше мы сделаем вот такую вот типа ручку, но ключик. Будь здоров! Механизм такой. Простите там, конечно, за звуки. Ну, кое-как. Снимаю это видео. Так, для этой постройки вам понадобится 3, 2 на 1 маленький вот такой вот. Вот таких это будет 6 штучек. 2 на 1 с гладким, 2 на 2 или 2, 2 на 1, одну такую, и 2 на 6. Как мы это устанавливаем? Берем 2 на 6 и перед ней устанавливаем 2 вот так вот платформы. Возьмите 2 на 2, но лучше 2 на 2, я скажу. Или как вы там придумаете, но сделайте вот такую ручку. И закрепите платформу. Теперь возьмите маленькую еще одну 2 на 1 и установите над ней 2 на 1 вкладки. И на конце сам вот тут вот. Видно? Все нормально получается. Это очень хорошо. И теперь все остальное делаю
заделываем гладкими, чтобы у вас получилась вот такая вот ручка. Я не знаю, в каком я порядке там установила, но как получилось. Так, как мы ее устанавливаем вот на этой? Мы ее устанавливаем обычным образом. А далее вам понадобится установить вот такие. Вот такие вот маленькие штучечки. Вот такие тоненькие. Их называют тоненькими. На ней. И сейчас подождите. Вот вам так, наверное, будет. Так. А как мы делать будем далее? Просто возьмите 4 на 4. Установите ее вот здесь, 2 на 4. Установите ее здесь, 1 на 4 на последнем, 1 на 6 вот тут, вот 2 на 1 вот тут. Ой, подождите, неправильно, тут как-то должно получиться, ну чтобы поместилось. Ну ладно, потом придумаю. 2 на 1 вот тут, вот 2 на 1 вот тут, 2 на 1 вот тут, 1 на 4, 1 на 4 тут, 2 на 1 тут, 2 на 3 тут, 2 на 4 тут,